сказать оригинальное. Оригинальное с большой буквы. Организаторы молодцы, очень хорошо постарались. Ну, конечно, впечатлил тот факт, что все лесные существа летают. Самое больше обрадовало то, что оно интерактивное. То есть дети принимали непосредственное участие в этом спектакле. Мы первый раз приехали в ваш необыкновенный призон. Просто в восторге, все замечательно. Только положительные эмоции. Продолжайте дальше. Сделайте спектакль обязательно для взрослых. Я думаю, успех будет грандиозным. Все приходите на елку, очень интересно. Ну давай, рассказывай, как тебе елка сегодняшняя? Понравилась. Сегодняшняя елка была отличной. Волхинцев. И сказать о ней можно только сказать класс, класс, класс. Мне она очень понравилась. Было очень интересно, весело. И это было очень классно. Как путешествовали, ну, по планетам. Что больше всего понравилось? Как я летала и сказка. Мне понравилось, как они там летали в трубе. Героев очень понравилась Снегурочка. Она такая веселая. В общем, все впечатлило. Особенно понравилось, когда мы летали. Еще мне понравилось очень фризе. Я помню, ты принимал участие в конкурсе, танцевал. Да, это я помню. Не страшно было тебе? Нет. Абсолютно. Смелый парень. Так, ну а тебе что больше всего понравилось? Питер Пен. На следующий год ты планируешь прийти еще раз? Да. Придешь на следующий год еще разок? Да, конечно. А друзьям будешь советовать? Да. На следующий год ты придете на елку еще раз? You're simply